Отличный денечек. Мы в офисе. Рад приветствовать вас на нашем канале. Начинаем свою работу именно с офиса. У нас здесь рядом Михаил. Поприветствуй. Чем ты, Михаил, сейчас занимаешься? Перебираю чеки. Какие чеки? Расскажи. Делали закупки. Михаил у нас занимается закупкой чистового материала. Покажи вот на примере хотя бы одной квартиры, как ты ведешь, так сказать, вот просчет и так далее. Ну, примерно. Там на любой квартире. Покажи. То есть заказчики дистанционно, допустим, закупают материал, да? И ты заводишь вот такую отдельную папочку, да? Это столько у тебя квартир? Да, отдельная папка, ну, образно слива 40. Здесь же, если клиент оплачивает дистанционно, либо то есть мне переводят деньги, то есть все чеки сохраняют. То есть клиент может забрать в конце ремонта. Слушай, вот, талоны, возможно, там какие-то. Я понял. Но есть какие-то сложности в закупке? Или мы это делаем прям вот, можно сказать, за один день? Вот мы как-то показывали видео, да? Прям за один день можно было. Если клиент в городе, то за один день. Если все в одном месте можно приобрести. Дистанционно, да, то в принципе там, в течение недели с каждым менеджером он может все это. И потом постепенно ты это все дело завозишь. Да. А знаете, почему постепенно мы завозим? Потому что если вы, например, самостоятельно захотели приобрести весь чистовой материал, вы начинаете завозить это все дело в квартиру. В квартире вы это все складируете. И потом нам ключики такие раз. Типа, вот все, мы завезли. Идите, начинайте работать. Потом начинаются сюрпризы. Открываем плитку, она колотая. Открываем сантехнику, на ней царапина. Кто несет за это ответственность? Естественно, потом это перекладывается ответственность на нас. Поэтому очень удобно, когда вот у нас Михаил, мало того, что он занимается закупками, он еще и контролирует саму доставку. А доставку он контролирует, да, Миш? Приходит машина, каждую пачечку скрываешь, смотришь, сколы проверяешь, брак какой-то, если сразу видно. Ну, то есть у нас видео есть, как ты показываешь. Если даже сразу не видно, в течение 2-3 дней, то есть мастер, прораб там, то есть что-то увидел, то есть есть возможность. Но мы все равно же это проверяем. Я вот показываю на канале, вернее, он у нас снимает видео, и как раз мы это добавляем. Поэтому должный контроль за каждой квартирой, за закупкой и доставкой чистового материала нашей компании соблюдается. Вот. Ну и, конечно же, когда вы завалили квартиру, продолжим так сказать, да, не жаловаться, но предупреждать, завалили всю квартиру материалом, привезли, например, его с Краснодара, например, одной машины, завалили квартиру, а нам необходимо, допустим, укладывать кафель по полу. Вот куда это весь материал нужно укладывать? С места на место? Наливной пол. Наливной пол нужно делать, теплый пол нужно делать, все освобождать нужно. Квартира. Ну. Все это лежит, то есть да. Удобно очень. И с места на место начинаешь перекладывать, соответственно, не дай бог, где-то что-то повредится. А так, Михаил, вот в первую очередь ты же завозишь плитку, затирку, смеси, и теплый пол, например. Это все дело в первую очередь делает плиточник. После того, как это сделал, ты уже довозишь остальные материалы. Ну, правильно, там двери. И грязные работы, то есть пилят, режут, то есть пыль, все, что вы привезете, все будет стоять в пыли. Оно надо? Да. Кому? Да? И это все будет пачкаться, и не дай бог, это будет перекладываться. В общем, наша работа создана для того, чтобы поменьше у вас было каких-то проблем, то есть мы всю обязанность по поводу закупки, доставки, проведения этапов работ берем на себя, от вас только нужно согласование. Ну а теперь давайте отойдем от темы ремонтов на тему строительства. У нас наш партнер Роман, который занимается строительством на объекте, сейчас находится и покажет вам, и расскажет, самое интересное, какие есть цены на закупаемый материал. Я думаю, что некоторым людям, которые находятся в другом регионе, которые считают, что такой-то дом можно построить за такую-то цену у себя, давайте сравним цены, и вы можете написать в комментариях, дороже у вас или наоборот дешевле. То есть будет интересно послушать ваше мнение. Смотрим видео. Дорогие друзья, всем привет! Нахожусь я на объекте Богушевки, где мы наконец-то залили сваи в нашем котловане. Сейчас мы занимаемся подготовкой под роствер, то есть мы залили сваи, их у нас 17 штук, глубиной они по 3 метра, диаметр свай
380 миллиметров. Сейчас на данный момент мы занимаемся пушением, так сказать, свай, то есть это откалыванием верхнего слоя свая для того, чтобы получить идеально ровный уровень вообще под ростверком. Так что мы начали уже вторую, сделали, у нас еще впереди таких 15 свай. И также мы завезли строительный материал для того, чтобы выполнить работы по опорной стене, по дренажной системе за опорной стеной. Ну и давайте я вам вкратце расскажу о ценах вообще по строительному материалу. Вы видите 6 кубических метров доски. Доска у нас 50 на 100, где-то здесь порядком 200 штук. И цена сейчас одного кубического метра доски обрезной 17 300 рублей за один куб. Плюс доставка на данный объект нам обошлась 12 000 рублей. Далее, мы подошли к вам с вами к ламинированной опалубке. Точнее, это просто фанера, но мы ее используем в качестве опалубки. Здесь у нас 96 листов, это фирма Кронашпан. Цена одного листа сейчас составляет 2950 рублей за один лист. Производитель качественный, уже не первый раз с ним работаем. Хорошая ламинация, в принципе, очень гладкая, стены должны такие получиться. И хорошо обработан торец, что тоже немаловажно, поскольку влага норовит попасть к нам в торец и разрушить опалубку. Опалубка нам нужна для того, чтобы она как минимум отработала 6-7 циклов. И мы в расчет брали данную опалубку, чтобы нам хватило на строительство данной опорной стены, дальше нижней опорной стены с бассейном и, конечно, строительство дома. В принципе, я рассчитываю, что где-то примерно 6-7 циклов она должна пройти. Теперь мы с вами перемещаемся к другим строительным материалам. Совсем забыл, у нас имеется еще вот такая вот толстая труба, это у нас будет приемный колодец, для них также мы купили крышки, мы их установим в двух местах и сведем туда все водосточные воды, допустим, с крыши, с дренажки, и они там будут собираться и уже в дальнейшем уходить вниз за участок. Цена данной такой трубы сейчас на рынке 20 тысяч рублей, просто одна труба, и крышечки к ней также по, сейчас я вам скажу, по 2000 рублей за одну крышечку. Далее, мы идем с вами к дренажным трубам, у нас имеется два вида. Верхняя дренажная труба, она у нас геотекстиля, она тоже гофрированная и при этом она полностью перфорированная. То есть вода, проходя через геотекстиль, попадает вовнутрь трубы через много-много разных дырочек. Для чего нужен геотекстиль? Для того, чтобы не засорялись именно дырочки и труба не перестала работать. Геотекстиль это для этого и создан, чтобы просто фильтровать воду. И у нас есть вторая труба, это просто гофрированная двухслойная труба, которая у нас будет с приемного колодца, который у нас здесь будет находиться, уводить воду уже за участок. Что касается цен, верхняя труба у нас стоит сейчас по рынку 19 845 рублей. Это вот такая в бухте 40 метров, она диаметром 200 миллиметров. Нижняя труба у нас идет тоже 40 метров. И цена ее сейчас 20 163 рубля. Также мы привезли с вами плантер. Плантер мы будем стелить под ростверк, для того, чтобы защитить ростверк от лишней влаги, которая может у нас выступать из земли. Это такой вот плотный материал. Мы его будем стелить именно вот таким образом. Это технониколь. Цена одного рулона сейчас плантера 4963 рубля. У нас имеется два рулона. Далее, праймер. Праймер мы закупили от компании Брит. Это Газпром. Мы им будем обрабатывать уже с внутренней стороны стену, для того, чтобы также влага в дальнейшем не разрушала бетон. Ведро сейчас праймера стоит 2629 рублей за одну штуку. Вот это, кстати, крышки от большой трубы. И закупили мы зажимы. Здесь у нас имеется 700 штук. Это лягушки. Это фирма HIT, уже не первый раз ими пользуемся.
Она лягушка усиленная. В принципе, я думаю, что нам на весь объем работ спокойно хватит. 6-7 циклов она отработает безупречно и легко. Конечно, есть турецкие, более дорогие, но, в принципе, не вижу смысла переплачивать. Цена одной лягушки 101 рубль. То есть, грубо говоря, здесь лягушек на 70 700 рублей. Так что, вообще, по всему материалу, который мы закупили на данный объект, и этого объема нам материала хватит для того, чтобы залить все стены, чтобы отдренажировать все стены. Также здесь гвозди саморезы, о них я уже не буду говорить, потому что, ну, в принципе, могу сказать, что, допустим, гвозди за 1 килограмм сейчас стоят по 94 рубля. В принципе, не сильно дорого. Саморезы брали усиленные тоже. Цена одной упаковки 373 рубля. В упаковке, кстати, 500 штук. Ну, в принципе, тоже, я думаю, что не сильно дорого. И в совокупности весь этот строительный материал без доски обошелся в 462 тысячи рублей. Плюс доска с доставкой 118 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, порядком 600 с небольшим тысяч ушло у нас на материал, которого должно хватить на строительство всего. Это от стен, заканчивая полностью дом. Но это в плане только монолитных работ. Вот. Сейчас вот у нас парни занимаются пушением. Я думаю, что прям сегодня мы уже подготовимся, и завтра мы сюда зайдем уже с бригадой монолитчиков и начнем выполнять работы по армированию опорной стены, а точнее ростверку и уже установке опалубок. Также мы обязательно на все объекты привозим биотуалет. И сейчас у нас подготавливают место под установку бочки, которая у нас будет резервуаром для воды. Потому что в любом случае, что самое главное на объекте, это электричество, вода и туалет. Без них никак. Так что имейте в виду, что данные, также вода, электричество, это нужно обязательно перед началом стройки. Либо иметь хороших соседей, которые могут всегда помочь. Так что на этом все. Всем хорошего дня. Тема строительства очень интересная. И мы как-то показывали вам два проекта. Первый проект — это у нас дом вот такой вот двухэтажный в стиле хай-тек. 140 квадратных метров. Вот его планировка. Первого этажа, планировка второго этажа. Вот такой вот дом по себестоимости, чтобы вам его сделать, так сказать, от нашей компании, вот такой вот, обходится 5 миллионов 600 тысяч рублей. Но мы на момент презентации этого объекта, буквально, сколько там, может, месяц-полтора назад, просчет делали, я думаю, что он не сильно изменился, поэтому если кого-то заинтересует конкретный вот этот проект, он у нас есть, и вы сможете с ним ознакомиться. Что касаемо следующего проекта, одноэтажного дома, площадью по застройке, пятну застройки 90 квадратных метров, внутри 75. То есть кухня-гостиная, две спальные комнаты, есть возможность сауну, либо кабинет какой-то переделать, да. Можно планировочку подогнать под ваш запрос. Вот подобный дом, получается одноэтажный, да, будет стоить до 4 миллионов рублей. Мы постарались его уложить, так сказать, в минимальный бюджет. То есть мы подыскиваем вам земельный участок, на котором можем построить что один, что второй дом по бюджету 5-600-4 миллиона. Но сразу предупрежу, что вот эти проекты, которые мы рассказывали, показывали более подробно, я могу вам ссылочку скинуть, если кого-то заинтересует, по конкретному проекту, который, с которым мы с Романом уже обсуждали. Это дом без фундаментных работ. Почему? Потому что фундамент у нас в Сочи имеет разную глубину по сваям полю. Поэтому здесь уже как повезет вам при покупке земельного участка. Ждем ваших обращений. Если вам понравилось это видео, лайк поставьте. Смотрите следующее видео. Удачи, пока!